Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру демона Ацтека в игре WWE 2K22. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками, также не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и залетать в Телеграм, ссылочка на него есть в закрепленном комментарии, там информация по выходу серии и анонсы стримов. Мы, ребята, в прошлой серии все-таки отвоевали себе чемпионский пояс на Payback. Это у нас был матч без правил против Эджа, и, ребята, мы смогли забрать титул себе. Сегодня, как я понимаю, нас ждет с вами снова защита, может быть, опять что-то весьма непредсказуемое. Ну, в общем, посмотрим, погнали. Поскольку, ребята, мы стали победителем, а точнее обладателем чемпионского пояса, у нас так командный поединок. Мы вместе с Эджем и Рэй Мистерио в одной команде будем сейчас с кем-то, ребята, сражаться. Это, получается, командный бой 6 человек. Нам предложили также перейти на Ро. Собственно, с этим я и согласился, потому что только так можно было продолжить сюжетную линию. Оставаться на Смэкдауне было нельзя. Нам постоянно предлагала выйти обратно в меню. В общем, будем смотреть, что будет в карьерной лестнице демона. Ну а пока мы слышим музыку Рэнди Ортона. Он первый, с кем нам предстоит встретиться в этом командном поединке. Хорошо, давайте тогда смотреть, кто будет его напарниками. Джефф Харди. Его мы с вами уже тоже не раз встречали, не раз с ним бились. Он из-под тишка на нас нападал. В общем, это, видимо, такой поединок с хорошими знакомыми для нас. Ага. А третий, ребята, соперник, это Роман Рейнс, с которым мы бились как раз-таки за чемпионский пояс. Мы участвовали с ним в трехстороннем матче. И, в общем, тоже не раз судьба нас с ним сталкивала. Ну а теперь он в команде Рэнди Ортона. Посмотрим сейчас, есть ли какие-то условия в этом поединке. Нужно ли нам будет за кого-то определенного сделать удержание или победу. Ну, посмотрим. Посмотрим. Сейчас снова будет мясорубка, как я понимаю. Сейчас снова будет очень жарко, но здесь все по правилам передачи тага, так что мы, ребята, будем биться аккуратненько. Пытался демон немножко оприходовать Рэнди Ортона, но не получилось. Да ну серьезно. Меня в комментариях также спрашивали, почему я так быстро встаю, это же нереалистично, это как-то неинтересно. Ребята, если у вас накоплена вот эта вот синяя шкала, которая потом используется для сигнатуры, для финишера, то вы можете, задействовав ее, быстро вставать. Это, в принципе, фишка игры, это не какое-то читерство, поэтому ко мне не может быть здесь никаких вопросов, а то начинают писать, что все легко, все просто. Ребят, я вам так скажу, новички, которые играют в ВВЕ, им будет сложно даже на легком уровне запомнить все комбинации клавиш, и вы просто, смотря как играю я, вам кажется, что это все легко и все просто. Я поначалу тоже долго привыкал ко всему этому управлению. Ну вот здесь хотя бы демон выбросил Джеффа Харди. Давайте-ка его закинем туда. К нашим напарникам. Отлично. Командное действие произошло. Мощно. Так, теперь мы за Эджа. Лежит пока. Одного выбросили.
Теперь Роман Рейнс. Тоже полетел за пределы ринга. Рефери, можешь отойти? Эдж показывает Рэнди Ортону, что вот так вот, ребята, будет с каждым. Загарпунил Эдж. А теперь вжимает просто в угол Джеффа Харди. Зареверсировали. Отлично. Да нет, никакого, ребята, передач тага вам не будет. Не получилось, да? Давай, Джефф, снова туда, к друзьям. Так, теперь с этими ребятами нужно разобраться. Эдж, ребята, разошелся не на шутку. Вот Романа Рейнса можно уже уводить отсюда. Реверс есть. Поднимаем. У нас есть, по-моему, сигнатура. Так, Рэнди Ортон зареверсировал. Еще раз зареверсировал. А вот теперь не получилось. Мы готовимся провести гарпун. Опа, опа. Залетел Роман Рейнс. Не успели зареверсировать. Я бы провел просто финиш или передал бы так уже кому-то. Вот так вот, здорово! Гарпунчик есть! Это встреча двух ребят с гарпуном. Поднимайся, поднимайся! Хорошо. Теперь в угол Романа Рейнса. Закидываем. А мы передали снова демону. Я бы Рею Мистерио передал. О, хорошо. Вот сейчас начнется, ребята, настоящее развлечение. Хороший DDT. Так, давайте попробуем с этими ребятами теперь разобраться. Не получилось с первого раза. Зато получилось со второго. А здесь тоже вышло. Поехали, Рей Мистерио. $619 в голову Роману Рейнсу. И тут же, ребята, финишер. Это было красиво. Хороший DDT.
Ну давайте, ребята. Давайте тогда снова в уголок Романа Рейнса закинем. Не получилось. Не успел я зареверсировать, а успеем спрыгнуть? Нет. Откидывает нас Роман Рейнс. И здесь я тоже не успел сделать реверс. Довольно быстро Роман Рейнс пришел в себя. Некому отдавать, да, Роман? Давай, Рей Мистерио, давай! Не получилось. И вот сейчас он передаст, так. Не передал, не успел. Отлично. Рей Мистерио опять вырубает всю команду Рэнди Ортона. На вот здесь поймали. Тихо, Рэй завелся. Командная работа. Залетел Рэнди Ортон. Выбрасывают. Сейчас за пределы ринга Рэй Мистерио. Хорошо, DDT. Да, рефери, отойди. Нам пора, ребята, мне кажется, уже вставать. И передавать так кому-то другому. Хотя у нас есть два заряда. Два заряда сигнатуры или финишера. Снова Роман Рейнс. И я вообще не могу подняться. Очень сильно избили сейчас Рей Мистерио. Нам нужно включать уже других ребят. Какой блок? Какой блок от Романа Рейнса? Вот эти тайминги довольно сложно ловить, когда ты не всегда знаешь, в какой именно момент нужно будет зареверсировать. Переходит инициатива уже к команде Рэнди Ортона. Раз за разом они потихоньку начинают избивать наших бойцов. Эдж, поднимайся. Ну вот как часто и бывает, переходит инициатива. Успевает демон, а я-то промахнулся, кстати говоря, ребята. Серьезно? Ой-ой-ой, DDT! Какая-то неразбериха сейчас на ринге.
Серьезно? Ты к нам в угол его затащил? Ребята, да помогите! Хватаните его кто-нибудь! Это было жестко. Это было, ребята, очень жестко. Сейчас попытка удержания. Это победа. Победа команды Рэнди Ортона. Очень быстро как-то начал пролетать, ребята, момент удержания. И в итоге команда Рэнди Ортона, Джеффа Харди и Романа Рейнса побеждает. Ну, перехватили инициативу. Не успел я в некоторых моментах, может быть, показать себя, но это был интересный поединок. Поскольку, ребята, мы проиграли командный бой, нас пока оставили на SmackDown, но шансы для перехода на Raw у нас еще есть. Посмотрим, что будет сейчас, какой поединок ждет демона. У нас почему-то опять нет чемпионского титула. Я не понимаю, почему мы остались на SmackDown, но пояс у нас снова куда-то пропал. Он периодически так по ходу всей карьеры куда-то пропадает. Я понимаю, если бы мы ушли на Raw, и пояс бы у нас забрали. А так мы встречаемся снова с Джеффом Харди. Видимо, сейчас, если мы выиграем, то сможем перейти на Ро. Ну хорошо, поехали. Сразу же клеймор кик. Никаких особых условий нет. Нужно просто побеждать. Джефф Харди сразу же полез на третий канат. Но далековато, он понял, далековато. Демон пролетает мимо. Перешла инициатива сейчас потихонечку к Джеффу Харди. И демон пока не может прийти в себя. Да давай, демон, ну что ты, я не знаю, такое чувство, что, знаете, вот мы повышаем рейтинг бойца, прокачивая его навыки, а он только хуже начинает от этого биться. Не попали здесь друг по другу. Это как раз сейчас нам поможет немножко прийти в себя. Давай, демон, туда, Харди, в уголок, закидываем. Проскочили мимо. Ну вот, эти баги, они, честно скажу, всегда меня забавляли в ВВЕ, когда ты просто пролетаешь мимо и не срабатывает то, что ты хочешь. Вот сейчас Биг Бут, который должен был залететь, в принципе, в Харди, просто проскочил куда-то в воздух. Ну хотя бы здесь. Отлично. У него, кстати, уже и сигнатура, и финишер совсем рядом. Инициатива переходит к демону. Он забирает контроль поединка себе. И нужно уже накапливать, ребята, свою сигнатуру. Так, попробуем теперь мы на третий канат запрыгнуть. Погнали! Попали. Отлично. Ну что, давай, демон. Давай, нужно продолжать избиение Харди. Вот так вот. Заряжаемся от толпы. Сигнатура почти готова.
Ой-ой-ой, это было довольно жестко. А сигнатура уже есть. Реверс прошел. Сейчас можно будет проводить сигнатуру. Давай, демон. Не получилось. В итоге Джефф Харди реверсирует и проводит весьма неплохой прием. У нас готов финишер, станнер и удержание. Раз, два, победа. Ну вот так вот провел, ребята, свой приемчик Джефф Харди, а после этого мы провели свой финишер и победили. Мы отправляемся на Ро, ребята. Мы уже были в NXT, были на SmackDown, и теперь нас ждет Monday Night Raw. Наш дебютный поединок на Ро. С кем он будет, пока я и не знаю сам, ребята. Но важно его выиграть. Важно показать себя на новом месте. И, так скажем, заявить. Здесь мы будем уже также биться за чемпионский пояс. У кого он сейчас тут, я, честно сказать, не знаю. Мы разберемся и постараемся его забрать себе. Сейчас как раз все в цветах демона. Ну а вот и наш, ребята, соперник на Ро. Посмотрим, посмотрим сейчас, что получится у демона показать. Поехали! Фирменный клеймор кик залетает в голову нашему сопернику. И демон сразу начинает его уничтожать. Хорошие удары в голову. А вот и реверс. Вот, ребята, и реверс. Колено! Фирменные удары демона пока заходят на ура. Ну снова Биг Бут, ну куда ж ты вылетаешь так мимо? Мощнейшие удары. Да я зареверсирую сегодня хоть что-то. Хорошо. По-моему, это снова реверс. Так и есть. На колено приняли. Это от Джеффа Харди у нас, видимо, подарочек. Не понимаю, раз за разом вот этот вот прием вообще не проходит. На скорости ты пытаешься что-то прожать. А в итоге просто втыкаемся друг в друга. Хорошо, зареверсировали. Не попал, демон. Много брака пока что в наших ударах. Очень часто мы получаем по заднице. Еще раз на колено ловим. Давай, демон. Хорошо. Снова реверс. На! Так, сигнатура есть.
Сигнатура есть, но ее тоже реверсируют. На! Колено в голову. Да почему Биг Бут не получается? Я не понимаю. Что это вообще? Какие-то бои с воздухом. Ага. Сейчас. Еще один реверс. Снова прилетает демону. Я проводил клеймор, а он нас поймал в воздухе. Но зато здесь хотя бы получилось. Ребята, давайте финишер. Финишер проведем. Станнер. Удержание. Рефери, давай. Раз. Два. Победа. Вот такой вот, ребята, получился дебют у нас на Ро. Довольно быстрый поединок, но он весьма был непростым. Мы заявили о себе, мы будем продолжать в следующей серии, так что поддержите видосик лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи, всем спасибо, всем пока.